Итак, вышло обновление. Давайте разбираться. Да блин, короче. Давай, загружайся, ты. Игра. Давай, игрохонька. Врубай. Нифига. Игра зависла. Что? 14? А почему их 14? Там же их вроде бы как... Здесь вроде бы было... 12 как бы. Чё? Качели балансир. Прощай, мой Рисмунд. Что за майнкрафтическая графика? Ладно, вложу этого вашего качеля блокира. Какие там элементы? Опять улучшать сколько... Я вам что, какой-то там... Ладно. Представляете, я тут... Ай, блин, как этот бас мне мешает. Заткнись. Ой, опять. Ах, тишина. Так вот, я собрал все осколки. И знаете, что оказалось? Не хватает, короче говоря. Слушайте, ребята, может, у вас кого-то... Ой, какой будильник. Какой миленький. Прикиньте, я тут поэкспериментировал. Вон. Короче, у меня, конечно, есть этот композер. И... По вот этого сейчас разместим. Посмотрим, чисто для примера. И где? Что сейчас было, ладно. Лучше здание, чтобы отслеживать свою редкую коллекцию, открывать лучшие награды. Что? Ладно. Сейчас воспользуюсь этим вашим ядром, так сказать. Да блин, куда? А, вот сюда. Давай. Ой. Оно у нас находится в космосе, да? Типа как второй остров космоса. Опять. Крутой лайфхак. Ну что, давайте посмотрим, как это. Что? Вот, давайте вот этого. Мухофлейт магический. Хотя, в принципе, только его. А гигантит нет, а гигантит это, не-не. Вот, одного. А как его ретонировать, я не понимаю. Да блин, что за цены? Он что, какой-то миллионер-миллиардер, что ли? Нету у меня таких денег, понимаете? Нету.